Здравствуйте! Я поздравляю всех с началом нового виноградарского сезона. У нас тоже началась весна, мы приступили к весенним работам, уже открыли кусты. А вот в YouTube мы хотим начать сезон с нашего экспериментального виноградника интенсивного типа. И первый видеоролик в этом сезоне будет у нас здесь. С предысторией этого виноградника, этого проекта, можно будет ознакомиться на нашем канале, в плейлисте, который называется «Дачный виноградник интенсивного типа». Вкратце расскажу вам предысторию этого проекта. Мы решили на дачном участке заложить виноградник интенсивного типа с расстоянием между кустами 0,5 метра и расстоянием между рядами 1,20 м. Сорт «Регент». Формировка малая, чешевидная, со свободным развитием побегов. Здесь у нас так получилось, что кусты разного возраста. Вот перед вами куст и соседний куст. Это растения 4-летние. В этом году они нам должны дать, ну, уже полноценный урожай. Как вы видите, значит, выводится штамп, структура куста представляет из себя штамп высотой 1 метр, приштамбовый кол и так называемая голова куста. Формируется голова куста на уровне вот этой проволоки, не выше. Если делать выше, то голова куста под нагрузкой урожаем и побегом может сломаться. Поэтому это очень важный момент, держать голову куста под этой проволокой. Проволока несет с собой функцию именно фиксации кола и фиксации куста и головы. Все. Сейчас я вам покажу, как мы будем проводить обрезку. Обрезка при этой системе делается на 2-3 глазка. То есть оставляются сучки длиной 2-3 глазка. Вот побег. Первым считается глазок после настоящего междоузлия. То есть обрезается вот так. Еще один побег на 2 глазка. И следующий. Также обрезаем на 2 глазка. С этой стороной мы закончили. Приступаем теперь к этой стороне. Вот здесь, вот эта часть, она уже переросла уровень вот этой проволоки нашей несущей. Поэтому лучше, наверное, мы эту часть вообще удалим. А оставшиеся также обрежем на 2 глазочка. Вот этот нижний вообще можно обрезать на 1. И этот на 2. А почему нижний на 1? Он более слабый, такой немножко хилый, и он пойдет у нас, как бы сказать, на замену в будущем вот этого удлинившегося рожка. То есть постоянно нужно голову держать в районе ниже проволоки, ниже несущей вот этой проволоки. Вот таким вот образом у нас сформировалась здесь голова. И будут развиваться побеги. Если посчитаем, условно, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Ну, в районе 10-12 побегов у нас здесь на куст будет развиваться. Это нормально для малой чаши? Да, это как раз-таки нормальная нагрузка вот для малой чаши. Каждый побег будет нести, я надеюсь, по грозди, а то может быть даже по 2 грозди. И мы в этом году должны здесь получить уже полноценный урожай. Вот еще один куст. 4-летний, но здесь мы вывели 2 штамба, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Также мы сформировали голову, вот это один штамп, вот это второй штамп. И вместе они сформировали у нас вот голову. Также обрезаем на 2 глазка каждую лозу. В
Можно даже, если сильно длинные междоузли, можно обрезать и на один глазок, для того, чтобы чаша у нас не расширялась, а держалась в компактном состоянии. Вот эта часть, она уже перерастает уровень нашей проволоки. Ее пока еще предварительно можно оставить, а можно, лучше, может быть, даже удалить, потому что боюсь, что как бы она не сломалась у нас под нагрузкой урожаем. Хотя я и зафиксировал здесь ее жестко довольно-таки. А можно и убрать. Я, наверное, ее уберу сразу. А вот эти лозы обрежу на два глазка. И вот таким вот образом у нас также образовалась такая вот чаша. Здесь тоже где-то должно развиться около 10 побегов. 5 сучков по 2 глазка, это около 10 побегов. Вот перед вами куст трехлетний. Мы сейчас тоже будем формировать голову куста, чашу. Вот этот побег очень хорошо у нас здесь, из него можно сформировать наши двухглазковые сучки. А вот этот побег, он, конечно, перерос у нас этот уровень проволоки. И тоже может произойти с ним поломка. Либо его надо будет, придется сильно зафиксировать жестко. И пока обрезает вот так, вот таким вот образом на двухглазковые сучки. А в последующем, конечно же, его удалить для того, чтобы формировать нашу голову вот здесь, в этой зоне. Но пока можно и оставить для того, чтобы получить здесь хотя бы какой-то урожай. Либо сразу исправить эту ошибку, пожертвовать этим побегом и формировать уже здесь по новой нашу чашу. Так мы и поступим. А вот соседний трехлетний куст, который, на мой взгляд, наиболее удачно был сформирован. Мы также из него формируем здесь сучки и формируем нашу чашу. Частично урожай они в этом году уже дадут. И мы здесь сформируем из этих оставленных нами двухглазковых сучков, сформируем нашу чашу. Вот еще один трехлетний куст, вот с такой вот ситуацией, где побеги развились у нас на штамбе. Они здесь совершенно не нужны при этой схеме, при этой формировке. Поэтому мы их сразу удаляем. А из этих побегов формируем чашу нашу. Обрезаем на 2, даже, может быть, вот этот обрежем мы на 3 глазка в этом году. И здесь на 2 глазка. Вот здесь у нас будет формироваться чаша. Нет, все-таки я на 2 глазка этот оставлю. Не жадничай. Да, жадничать не будем. 2 глазка. И вот этот трехлетний куст у нас разовьет, значит, побеги. Мы их тоже будем использовать в последующем для формирования нашей чаши и структуры куста. А вот хотела спросить, люди спрашивают, почему мы так редко показываем какие-то работы на этом винограднике? Все дело в том, что этот виноградник, такая вот схема создания виноградника, она предусматривает только создание чаши. То есть, создав правильно в нужном месте чашу, вырастив хороший штамп, здесь не требуется больше никаких работ. Здесь подвязки зеленой нет. Здесь других каких-то операций с зелеными частями особо нет. Прирост развивается свободно. То есть, создав чашу и сформировав нагрузку где-то из 10-12 побегов, вы будете получать урожай. Все остальное просто уходные работы. Прополка, культивация. Опрыскивание. Ну и соответственно, весенняя обрезка. Эти виноградники, конечно же, нужно обрезать весной по результатам перезимовки. Ясненько.
А вот перед вами двухлетний куст. Выведен был штамп, мы его прищипнули и пробудили пасынки, которые вот у нас развились. И из них мы сразу сформируем, будем формировать нашу чашу. Обрезаем на два глазка, и они у нас дадут побеги. Возможно, потом мы вот этот вот рожок с сучком уберем, потому что он может перерасти наш уровень для того, чтобы сформировать нормально чашу. А сейчас пока вот так. А я тебя хотела спросить, вот урожай на двухлетках, если? Тут надо смотреть, конечно, по силе куста и силе растения. Вот этот, в принципе, может дать частичный урожай. Но мы посмотрим по ситуации. Если растение будет, ему будет тяжело и трудно, конечно же, мы урожай, соцветия, грозди будем удалять для того, чтобы все силы мы потратили на формирование структуры куста и развитие растения. А что вообще предпочтительнее, побыстрее получить урожай или развить структуру куста? Разумеется, что в первую очередь мы должны полностью сформировать скелет и структуру куста. И ни в коем случае в первые годы не перегружать растение урожаем. А это растение прошлого года посадки. Вот такой вырос побег. Для штамба он тонковат, поэтому мы его оставлять не будем. Мы лучше обрежем его на обратный рост, буквально на два глазочка. И сформируем из него лучше новый штамп. Также будем вертикально фиксировать. Если будет мощная сила роста, мы его прищипнем для того, чтобы пробудить пасынки. И попытаемся за один год сформировать нашу чашу.